Алоха, мир! Я Наташа, ты на канале «Делай тело», и сегодня у нас с тобой долгожданная экспресс-тренировка для ног и ягодиц прямо из дома. За 9 минут без оборудования, без выпада, без прыжков, без приседаний мы хорошенько проработаем нужные мышцы и задействуем наши ноги и ягодицы по максимуму. Ну что, вы готовы? Поехали! Ну что, готовы хорошенько задействовать и привести в форму наши ноги и ягодицы? Тогда начнем эту тренировку из положения стоя. Встань прямо и заведи ладони за шею, расправив локти в стороны. Наклоняйся вперед за счет отведения таза до угла между туловищем и ногами где-то 90 градусов. На протяжении всего упражнения держи спину ровной и не выгибай ее, а ноги прямыми или чуть согнутыми в коленях. Чтобы лучше прочувствовать мышцы, сделай в нижней точке при опускании туловища двойную пульсацию. Сразу же прими положение полуприседа, сведя руки впереди для баланса. Начинай выполнять приставные шаги по 3 в каждую сторону. Постарайся держать спину прямой, а пресс постоянно напряженным. Чем ниже ты опустишь таз при выполнении шагов, тем сильнее будешь чувствовать ягодицы и бедра. Самое главное, смотри, чтобы колени не выступали за носки. Отлично! Сделай небольшую паузу и приготовься к следующему сету упражнений. Встань около стены или стула для опоры. Держа ногу прямой, а носочек натянутым на себя, начинай выполнять плавные махи в сторону левой ногой. Не бросай ногу, возвращая ее в исходное положение, а плавно опусти не до конца, не расслабляя, и повтори еще один подход. Не торопись, ведь лучше делать это упражнение медленнее и хорошенько задействовать мышцы ягодиц и бедер. Не делая паузу, переходим к отведению прямой ноги назад. Все так же держим носочек натянутым на себя, ногу прямой и заводим ногу при каждом повторении назад как можно сильнее, не выгибая спину. При возвращении ноги в исходное положение старайся не ставить стопу на пол и не расслаблять мышцы, а сразу же повторить следующий подход. Молодец! Теперь давай выполним те же упражнения с махами на правую ногу, учитывая упомянутую технику. Молодец! Теперь можешь переходить вниз на коврик. Ляг на спину, ноги согни в коленях, поставив их на ширине плеч, а руки выпрями вдоль туловища. Начинай выполнять упражнение «Ягодичный мостик», поднимая ягодицы как можно выше, делая при этом упор именно на пятки. При возвращении в исходное положение не опускай ягодицы до конца на пол, а сразу же выталкивай их вверх. Поддерживай комфортный для себя ритм и старайся максимально чувствовать мышцы. После этого сразу же сводим пятки вместе, колени раздвигаем в сторону и начинаем выполнять вариацию ягодичного мостика «Лягушка». Чтобы еще лучше почувствовать ягодицы в этом упражнении,
задержись вверху на несколько секунд или сделай пульсацию. Отлично! Полпути пройдено. Развернись, встань на колени и упрись прямыми руками в пол. Согнув сначала левую ногу под углом 90 градусов, начинай выполнять отведение в колени вверх, как бы выталкивая ступней какой-то тяжелый ящик или блок. Опять же, в этом упражнении постарайся не ставить колено на пол при возвращении в исходное положение, а лучше держи мышцы в постоянном напряжении. Сразу же переходим к упражнению «Радуга». Выпрями левую ногу, коснись носочком сначала правой стороны, заведи ногу максимально вверх, а затем опусти и коснись носочком левой стороны. Держи спину максимально ровной и не выгибай ее в позвоночнике при выполнении отведений. Молодец! Сделай глоток воды и давай повторим отведение вверх и упражнение «Радужка» на правую ногу. А теперь перейди на правый бок, и мы будем выполнять упражнение на левую ногу. Согнув правую руку в локте, а левая опершись в пол для удержания равновесия, начинай выполнять махи вверх левой ногой. Держи ногу максимально прямой, а носочек натянутым на себя. Поднимай ногу как можно выше и не опускай ее до конца, таким образом сохраняя напряжение в нужных мышцах на протяжении всего упражнения. Сразу же выполняй выталкивание ногой вверх. Сначала приведи колено к плечу, а потом как бы вытолкни ступню вверх по диагонали. При этом контролируй свои движения, не выполняй резких рывков. Прочувствуй комплексную работу внешней, внутренней поверхности бедра и ягодиц. Ну что, последний рывок. Давай повторим все то же самое на правую ногу, учитывая все советы по технике. Три, два, один.
поздравляю тебя с успешным выполнением этой тренировки для ног и ягодиц без приседаний, без выпадов и без прыжков. Если тебе понравилось это видео и чтобы не пропустить новые экспресс-тренировки, ставь лайк и подписывайся на канал.